Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Второй день, 37,5 миллионов рыбы я забираю. Так, сегодня у нас должно быть событие. Давай посмотрим, доступно оно или нет. Так, погоди-ка, ага, угроза Драконий Корень у нас открыта. А у нас еще, оказывается, будет стремительный против свирепых. Но это нужно будет ждать сутки. Так, ну что, угроза есть, значит, будем сегодня ее потихоньку проходить. Так, 75 миллионов рыбы. Так, Беззубик, давай-ка мы тебя опять отправим на поиски. На поиски Кривозуба, может быть. Так, а, это только все, я понял. То есть нельзя отправлять, это только для наездников. Уникальный, уникальный, редкий. То есть и вот здесь тоже, да, получается? А что я тогда могу себе здесь позволить? Ничего, получается, да? Ладно, я пойду искать кого-нибудь из обычных. То у меня еще не найден. Так, яйцекус. А, спасен один. Так, вот, смотри, у меня... Что-то, погоди, что-то я не понял. А почему этого я не могу? А, 83 уровень нужен. 83 уровень. Да, Беззубика надо прокачивать. А он у меня 81. А сколько нужно для него? 125 миллионов рыбы. Ладно, попробуем накопить ему рыбу. Тем более сегодня у нас событие. Может быть, на событии хапнем немножко рыбки. Так, лети за железом. Так, вперед из песней. Костолом, ты у меня за... Да тут, в принципе, без разницы. Давай за рыбой полетишь. Полетел за рыбочкой. Так, здесь у нас что? Посмотрим. На торговле ничегошеньки нету хорошего. Поэтому я даже не буду тут заморачиваться. Так, скалотряса за древесиной. Так, вперед. Все, как говорится, чтобы были при делах. Все должны заниматься добычей. Так, древесина, да? И ты у нас по рыбке. Ну, в принципе, и все. Буйволорд. Давай лети за рыбой. Слушай, вот эти вот елки, это... Их нельзя, наверное, уничтожить, я так понимаю, да? Мешается просто. Очень много территории занимает, как по мне. Так, тоже лети за рыбой. Так, максимальное, да? Все понятно. За рыбой больше летать нельзя. Ну-ка посмотрим. Ать, чуть-чуть, ребят, не хватило. Блин, чуточку, совсем маленечко. Ладно, давай дальше его обучать, пускай летит. Так, у нас уже рыба накопилась, кстати, 236 миллионов, поэтому Беззубик может еще получить уровень. А на почте у нас ничего нету. Ладно. Так, Грамгильда, что ты мне тут дашь? Яйцо, надо же, я думал, тусклый янтарь. Так, пускай отправляется в лес. Кривоклык. Тоже яйцо, удивительно. Обычно тусклый янтарь все время подсовывает нам. Хотя эти яйца тоже, ребят, они не особо дорогие. Поэтому как бы мне от них радости тут не очень-то и много. Так, и последний. Это у нас изучает волну, пускай летит. Все пока, да, получается. Открываем с тобой бесплатный пак. Громыль, древоруб, змеевик. И еще один. Так, 6 монет Одина. Шторморез, чудовище, пристиголов. Ну что, вроде бы как все. Остается нам только лишь сделать следующее. Это забрать у наших легендарных драконов награды. Открыть этот абонемент, посмотреть, что у нас там выпадет.
Так, иди. Забираем тоже, иди. Кстати, подожди, у нас же модификрылка, да? Мне кажется, лучше ее отправить все-таки за рыбой, чем, ну, к примеру, кто вот у нас тут? Крылатый ужас. Ну да, тут всего лишь 1 миллион он добывает, а модификрылка, извини меня, 3 миллиона, так что сам понимаешь. Так, ты-то мне что тут принес? Пак, загадочный пак. Угу. Бегите. Все. Пока все. Найти любовное письмо, где оно? Вот оно. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут достается. Раз, два, три, и вот здесь еще 50. Угу. Сезонные награды. Давай посмотрим. Мы получаем купальню Хугина. Только туда ее можно поставить. Ну давай, пускай она будет там стоять. Купальня Хугина, ребят. Ну что, а теперь само событие. Погоди ты, само событие. У нас еще пак же здесь редкий, который мы с тобой заказали. Так, чудовище, ужас, шепот смерти, костолом, душитель, острозуб, беззубик. О как. Замечательно. И вот здесь у нас надо нам забрать янтарь. Кстати, посмотрите, насколько янтаря у нас уже скопилось. Но я думаю, не так уж много. 54. Ну что мы можем за 54? Да ничего. Вот, блин, изваяние общего сбора, ребят, было бы круто, да? То есть мы кликаем и все собираем со всех драконов наш, вот, все дрова, все что. Было бы вообще круто. 54 только лишь у нас янтаря светлого. Кстати, мы можем, вот, например, изваяние бронекрыла. Буйволорд, ветродуй. Изваяние Громль. Громоножки. Древоруб. Наличие, так, драконов наличие 4, 4, 3. Злобный змеевик, а 6 в наличии. Кошмарный престиголов, кревет. Давай вот это вот возьмем. Где оно там ставится? Вот здесь, да? Но, насколько я помню, еще можно их прокачивать. То есть у них, как бы, видишь, следующие еще 9%. То есть, как бы, вот, нормально. Ну все, погнали теперь на события. Это событие, кстати, 5 дней дается. Я думаю, что оно будет просто огромным. Ну да, ребят, оно не шуточное. Не шуточное, большое. Ну что, первый поединок, и за этот поединок мы с тобой получаем 50 рун сразу же. Вот так вот. А что, музыки не надо, да? Обойдешься, Рэй, без музона. Так, послушаешь просто скрежет костей драконьих. Так, давай сделаем таким. Причем это стражи, оба. Пускай и лаварык, но все равно неприятно. Давай еще раз. Окей. Кусанули. Бомбанули. И, наверное, добили. Вторая волна. Я доплюю здесь. И смотрю, тут кревет. О, как хорошо разбирается. Прям изично. Так, хорош. Это собрат ветрокрыла. Так, надо понижать обязательно броню, потому что он страж. И они очень тяжело разбираются вообще сами по себе. Поэтому надо все применять к тому, чтобы их быстрее уничтожать. Так, крутанем колесо. Заберем прилив сил 3 штуки. Опа. Вот это хорошо. Так, 50 рун. А где музыка-то действительно?
Как бы мы вообще в тишине. Надо перезайти. Ну что, продолжаем, поехали. Прогресс 8%. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут будет. Ага. Ну, поехали. 2 тройных удара. Надо одного хотя бы как можно быстрее снести. Это кислотники у нас. Кстати, тут почему-то одна волна. Интересно. До этого было 2, а тут почему-то 1. Но это и хорошо. Мне так проще их будет разбирать. Отлично. Так, громель. Такой, знаешь, как будто накрашенный. Румянчики, все это подобное. Так, кусаем и добиваем. 112 миллионов древесины выпало нам на этот раз. Какая дополнительная попытка, чем ты... Не надо. Так, после этого поединка мы получим загадочный пак. Потом будет 2 поединка за 700 тусклого янтаря. Давай посмотрим, сколько здесь волн. Так, 2 волны. 2 стража... А, нет, нет, не 2 стража. Этот громоль у нас... Боевичок. Красный, потому что он... Опа! И что делает? Ну, это лаврык, я вообще, ребят, его даже в расчет не беру. Это нифига, как говорится, не конкурент нам. Быстренько сейчас звездюлей получит. Ну и пускай там идет куда хочет. Окей. Так, последняя волна вот здесь. Ну, начнем, наверное, с этих. Опа, молодец, кривоклык, просто на один зубок-то его. Тут громобой, что-то мне не нравится, что он тут начинает мутки какие-то делать. Я сейчас кое-что хочу провернуть. Пускай вот так вот будет. Угу, получилось то, что я хотел. То, что я хотел, то и получилось. Раз, два. Хиляемся. Кусаем. Ну и Барсик, я так понимаю, его добьет. Должен. Ага, он хильнулся, тогда не добьем. Кривоклык, давай. Вот и все. Ну что нам здесь достанется? А достается нам опять древесина. Ладно, пускай купится. Ну вот и загадочный пак. Мы его забираем. И, как я говорил, будет 2 поединка за тусклый янтарь. Ну что ж, поехали. Завтра мы допройдем, наверное. Хотя вряд ли. 5 дней дается, скорее всего, тут 3 раза придется заходить в игру нам, чтобы пройти это событие. Но не забывай, что завтра откроется еще одно событие. Так что будет интереснее 2 события сразу проходить. Так, ну-ка. Барсик, добивай. Отлично. Так, костолом. Тут 2 волны, поэтому пока переживать не стоит. А-а-а, вот что ты сделал. Ты увеличил себе атаку. Вот, значит, как. Ну, ладно, жучара. А тут у нас громорог и опять же костолом. Давай так, наверное, сделаю. Ну что, костоломчик, все. Твоя песенка, наверное, спета будет сейчас. Нет, все-таки успеет на дорожку что-то сделать, пакость какой-нибудь. Ну вот, и готов. Ну, 75 миллионов древесины, что-то вообще как-то жиденько.
жидко. И последний поединок у нас. Поехали, ребят. Всего лишь 25%, да? Четверть прошли. Так, пока две волны. Но я начну, наверное, с парящего прихвостня. Начнем с него. Потому что он у нас фаерболь. Да, они оба фаербольщики, но этот почему-то, мне кажется, намного лютей, чем тот же самый Пристиголов. Хотя... Что творит, а? Жук навозный. Добить. Добить получится у тебя, Барсик? Красавчик ты мой. Ну, а этого сейчас шитика мы быстренько ушоркаем. Укус. Барсик. И добивка. На вторую волну. Здесь у нас... Ну, начну с Гарморога, потому что он синька. Он быстро очень разбирается у нас. Хоть он и шустрый, но разбирается он быстро. Ну, а теперь твоя череда, парень. Он страж. Тяжело разбираемый. Так, понижаем броню. Ну и, в принципе, все. Он сейчас, конечно, бомбанет кого-то. Вот. Барсику, как всегда, досталось. Но это ни о чем не говорит. Так, а здесь нам выпадает уже рыба. Ну, рыба тоже нам нужна. Так, поехали. Или все, или мы не можем. Подожди-ка. А, забрать-то, конечно, сможем. Все, 500, тусклого янтаря 700 у нас в кармане. Так, ребят, давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, я был прав. Нам нужно будет еще два раза, ребят, драться здесь. То есть по 5 энергии. И только в этом случае мы с тобой победим. Награда последняя, конечно, не очень меня радует. 3 янтаря. Ну, не забывай, что будет еще одно событие, так что... В следующей серии будет весело. Так, шторморез, чудовище, защитник, громобой. Так, ну что, у нас рун 3606. Не знаю, когда мы с тобой накопим эти 8000 рун. Через год. Беда какая-то с этими рунами. А для чего мы их? Чтобы открыть нам наездника, да? Наездника вот этот вот. Нам нужно купить вот Роза ветров. Ну, а сегодня уже вроде бы как все, ребята. Все, что я смог, я сделал. Все, посмотрели, поглазели. И будем закругляться. Так что всем удачи. А, погоди-ка, всем удачи. Этот-то у нас парень ждет. Вот. Беззубик, родной ты мой. Сколько? А, это обучить, ё-моё. Я шуганулся, думал, ничего себе, думал, на прокачку. Ну что, отправляем его. Конечно, ребята, он заслужил. Беззубик заслужил, ребята. Через, сколько там, через сутки он будет уже у нас новеньким, свеженьким уровнем. Ну, а вот теперь уже, да, теперь уже будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!